Я не хочу, чтобы Касыму причинили вред, Валиде. Как бы там ни было, они мои братья. А я твоя Валиде, Байзет. Конечно, они твои братья. Только вы не родные, а единокровные. Из-за этой истории наши с Ибрагимом отношения испортились. Я не хочу, чтобы все еще больше усугублялось. В то же самое время они твои соперники. Пусть живет долго. Но как ты думаешь, что будет после смерти султана Мурата? Ты должен будешь взойти на трон, как самый старший шехзаде. Но разве это будет? Разве позволит тебе Кёсэм зайти на трон? В тот же день и казнит. Упаси Аллах. Лишь Аллах ведает, кто следующим зайдет на трон. Он все решает, Валиде. Я не сомневаюсь лишь в одном. Кёсэм Султан никогда меня не казнит. Если бы ей это надо было, то она бы давно меня убила. Мой лев, время изменилось. Эпоха изменилась. Ты больше не ребенок. Невинные мысли и чувства оставь в прошлом. Может, Кёсэм тебя и не убьет? Согласна. Просто сделает так, что твоя жизнь будет хуже смерти. Пойдем со мной. Я покажу тебе, на что они способны. Это же покои... Да. Место, где запер твой дядя Мустафа. Валиде, все знают, что он тут, но сюда никто не приходит. Зачем же вы меня сюда привели? Чтобы показать тебе правду. Ту правду, на которую все закрывают глаза, прекрасно все зная. За этими дверями находится османский падишах. Падишах всего мира, который целым государством владел когда-то. Он уже 10 лет тут. Это твоя горячо любимая. Та, которая никогда тебя не казнит. Это она его сюда заточила. Брат-повелитель и слова не сказал. Так он болен же, поэтому он тут. Он не просто так с ума сошел, шехзаде. Он потерял разум из-за борьбы за власть. Это и есть султанат. Это очень тяжелая ноша. Согнешься, первым же сломаешься. Байзет, не забывай про своего дядю. Учись на его ошибках. Учись, чтобы не закончить, как он, свою жизнь.